Главный кредитор сызранского коммунального предприятия МУП ЖЭС компания Т-Плюс пытается взыскать с должника почти 1 миллиард рублей. Такой колоссальный долг накопился у посредника перед поставщиком теплоресурсов за последние 4 года. На очередном заседании в арбитражном суде повторно рассмотрели ходатайство о введении конкурсного управления в МУПе. Как считает совет кредиторов, это единственный способ предотвратить возможный коллапс в ЖКХ Сызрани. Введение конкурсного производства, конечно же, никак не скажет ни на качестве теплоснабжения в городе Сызрань, ни на социальной напряженности, ни на зарплатах сотрудников. Если мы введем это, то деятельность предприятия станет полностью прозрачной, подконтрольной и очевидной для всех. Сейчас она, к сожалению, закрыта. Куда расходуются деньги, мы не знаем, мы не видим, мы не понимаем. Т-Плюс уже расторгла договор с МУП ЖЭС. С 1 декабря энергетики будут самостоятельно выставлять квитанции своим потребителям. Исключение из цепочки недобросовестного посредника выгодно для всех. В нашей зоне деятельности, там, где мы расторгаем договоры с МУП ЖЭС на поставку теплоэнергии, мы будем выходить на прямые договоры с населением, и население будет платить меньше. По счетам Т-Плюс за каждую гигакалорию потребители будут платить на 102 рубля меньше, чем по платежкам МУП ЖЭС. И самое главное, деньги граждан не будут оседать у посредника.